У вас высокий бордюр, честно говоря, как только поставите, у вас вся красота пропадет. Но забор они страшные. Заборчики на газонах, благоустройство цветников во дворах, ремонт асфальтового покрытия. С этими и другими вопросами зареченцы обратились напрямую к мэру города и депутату собрания представителей по своему округу Ярославу Сидоркину. Такие встречи помогают узнать, что конкретно нужно жителям и правильно распределить средства бюджета. Жители также обращаются постоянно, есть и приемный день, и каждый день сами звонят. Там постоянно я на округе по дворам похожу, общаюсь со жителями. То есть все эти пожелания, которые люди высказываются, решаем либо каким-то советом, либо совместно какими-то мероприятиями. Просьбы и предложения жильцов обсуждаются с руководителями муниципальных предприятий, представителями исполнительной власти. Люди жалуются в некоторых домах на качество уборки в подъездах, на состояние лавочек, на состояние урн. Я очень рад, что вот в этой части города у нас практически нет проблем с асфальтовым покрытием. Для жителей конкретного дома или там конкретного подъезда это жизни такие необходимые вещи, будь то протекающая крыша или, допустим, проблема с парковкой под окнами. То есть для жителей это насущно, поэтому для них это важно, и поэтому главное найти эти приоритеты и найти точки соприкосновения. Система взаимодействия исполнительной и представительной ветвей власти существует в нашем городе не первый год и уже доказала свою эффективность. Работая вот взаимодействие с депутатским корпусом, я считаю, что я удовлетворен. Депутаты все мотивированы, благодарен за внимание, которое они оказывают жителям нашего города и к состоянию жилого фонда. Сотрудничество жителей и властей продолжится. Такая адресная точечная помощь помогает рационально использовать бюджетные средства и выполнять конкретные просьбы горожан. Ведь Заречному важен каждый. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».